Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game. У нас тут появился такой новый тип сражений, или просто так, сражайтесь с земными существами и зарабатывайте супер ДНК. Ну, земными, это имеется в виду динозавры или вообще тут птерозавры, короче, что они имеют в виду под словом земные, не знаю. Так, и что нас не туда бросило, вот этот у нас бой, без ограничений, то есть, ну просто что не кайнозойский, то есть обычный себе такой бой, так сказать. Ну, но он такой... Непростой, да? Может, кого-то травоядного? О, это же птерозавр, ёшкин ты кот. Это же надо брать травоядных. Когда мы еще подеремся каким-то суперсильными травоядными? Так, а у кого у нас тут много жизни? У тебя... Так, взять самого сильного или нет? Или хватит и такого? Но они вроде не супер жирные. Справимся, надеюсь, и таким вариантом. Да, кстати, в игре Jurassic World Alive появился новый динозавр. Так, ну подменяться он не будет. Ёшкин кот, да он бьет чертовски больно. Может, я даже как бы их недооценил, так сказать. Ну, я ж вроде как один два удара выдерживаю. Ну давай, Монастигатопс, он 30-й, ну и что-то тогда пожлобился немножко, пожлобился, конечно. Вот сейчас меня, наверное, и пробьют. 4, ну да, вероятно. Нет, ага, ну 2 балла у него осталось. Хитер, гаденыш, но мы тоже, короче. Раз, два, три, четыре, раз, два. Вообще шикарно получилось. И он еще 2 поставил балла, то есть я не зря их потратил. Хорошо. Четыре. Ну это все, что у него было. Так, давай Стиги. Стиги. Мочи его. Блин, 3 балла, это обидно. Почему 2? Почему не хватило 2? Два. Ха, мы выжили. Вот это было ему обломно, да? Так, давайте. Меняемся на Стегнича. И рвем его в клочья. Так, ну все прошло как по маслу. Без ограничений. Битва номер 2. Так, хищник травоядный. Ну теперь, конечно же, полная чехарда. 35-го левела. Так, то есть меньше. Меньше, чем он мог бы быть. Это хорошо. Так, мне тут еще на телефоне легенды дракономании запущены. Короче, одно дело вообще никак не получается делать. Так, ну здесь что? По-хорошему здесь надо брать 3 хищника. Двушку бьет. Вот так он ни на кого подменяться не будет. Можно взять, кстати, вот еще Сигнича сюда одного вплести при желании. Вот так и вот так. Но ему деваться некуда. Он решил поагрессивничать. Но это очень глупо с его стороны. Так, ну вообще, смотрите, сделал нам просто шикарнейший подарок. Я тут даже успеваю в легенды дракономании золото собирать. Настолько он неуклюже ведет себя. Так, 4 балла у противника. Атака на 1.
Блин, ну что за... Блин. Нечего делать эндораптора 30-му. Вот зря потратил эндораптора. Так сказать. Зато этот на все 6. Так, ну я ж не зря взял сюда сигнича. Сейчас выпадет. Блин, а как такое может быть? Пеликаниптерикс. Как здесь мог оказаться пеликаниптерикс? Блин, если бы я как бы обратил на это внимание, я бы вообще как-то по-другому сыграл. Ну, в общем, тогда пока получается, что эти бои не такие сложные, как обычно. Как обычно бывает. Иди сюда, подарочек мой. Так, ну и что у нас тут за последний бой? А, вот такой вот у нас последний бой. Двушечку будет атаковать. Давайте тут пойдет Юдон. Потом возьмем цыпленочка. И вот так вот, я думаю, затащим. Хотя кто его знает. Так, она тоже будет атаковать. Она один. Один защиту поставил. Одинаковая синхронная анимация у нас. И атакует на 2, но мы выживем. И время, наверное, уже подкушать одного. Блин, ну обидно. Обидно, что приходится целых 5 тратить. Жирные-то какие они. Атакует на 2. Так, ну тут дело в том, что я его пробить, наверное, не смогу. Хотя нет, 3500. Могу, не могу, могу, не могу, ребята. За 4. Пробиваю, отлично. Пробиваю. Два жиробасика, да, такой жирненький. И церазинозаврик, и пахигалозавр. Так, ну что теперь? Давай, гиганоцефал сейчас бьет на 3 или на 4. На 3 ему хватает. Ну, то есть за 3... Индораптор 20 должен пробить. 5300. Раз, два. 22390, ребята. На тоненького. В притирочку. Микро-супер ДНК. Что происходит? Что это такое? Велоцираптор, монолофозавр, монолофозавр и монолофозавр. Так, ну вообще-то мы ждем, когда появится уже наши какие-то новые супер-пупер гибрид. Ух ты! Денежная борьба, ребята, за доллары. Такого, ну, у нас не было. Я могу посмотреть, за 100 баксов можно посражаться. Ну, неплохо, я каждый день в гавани меняю доллары. Монеты на 100 баксов. Ну, посмотрим. Кстати, я что-то купил. А, каких-то там зданий купил. Так, давайте соберем. Кстати, да, турнир Мамонта я, естественно, ну, выиграл. И, в общем-то, вот он у меня тут стоит. Стоит, выращивается мамонтенок. Так, что еще есть у нас такого интересного? Еда. Давайте заглянем, что у нас там. Ну, вот этот турнир, кстати. А вот это, наверное, пожестче будет. Хотя, ну, такой, да, 299-й Зухариптер. Что-то у нас Зухариптер в тренде, как бы он сейчас постоянно в боях попадается. Не знаю, смогу ли я его пройти, но за 2 дня еще есть. А здесь вот, кстати, редкие. Редкие. Давайте, что, давайте сразимся немножко редкими. Так.
Так, давай. Ну здесь кто кого перехитрит. Ну, если я-то ялозавра пробиваю, то все в порядке. А если он меня пробивает, то все не в порядке. Вот он решил на 2, а я его на 3. И, в общем, все у нас нормально. Думаю, сейчас все получится. Без проблем. Так, уже у меня тут 10-й час, мне уже давно пора бежать домой, а я все работаю, ребята. Работаю вот. Из дому скоро выгонят. Так, но он же нас не пробьет. Или, не, не пробьет, у меня 1200, ну, до 1800 где-то снимет. Ну, снял бы, если бы захотел. Ха! Сюрприз, мазафака. Он надеялся, что я его не буду пробивать. Защиту ничего не поставил. Ай-яй-яй, нехорошо. Так, ну, в общем-то, все, я закончил, я побежал. Ребятки, всем хорошего дня, наступающим Новым годом и все дела, как говорится. До скорых встреч.